Всем привет, ребят! Сегодня обзорчик вот такой насадки для удаления наклеек и двустороннего скотча. Задача какая? Не суть. Нужно вставить такие колпачки. Они идут двусторонним скотчем. И они не лезут, когда его вставишь со скотчем. Крышечка не защелкивается, не хватает ей расстояние. Вот я подпиливал здесь, но теперь решил эти наклейки заказать новые и удалить скотч, тогда крышечка защелкивается без проблем. Все, видите, вообще как по заводу, алюминиевые наклейки. Вот. И сейчас покажу, как работает насадка. Поняли, удаляется вообще полностью весь скотч, но насадка, ничего насадки не остается. Единственное, что видно, что она подтирается чуть-чуть. Я зажал дрель, чтобы вам показать. Вообще удобно пользоваться шуруповертом. Вот, и она не повреждает. Нужно аккуратненько подобрать обороты. Вот, две я уже сделал, сейчас еще одну. Насадка стоит $5. У нас в стране ее можно было купить, но только не в нашем городе, где-то заказывать. Но по артикулу они не бьются. А 3М-овская стоит больших денег. Это вот обычная китайская, работает. Ссылочку оставлю, если будет рабочая ссылка, зайдете. Нет, наберите насадку для удаления двустороннего скотча и наклеек.